Ряд влиятельных перуанских СМИ сообщил о нарушении режима огня вооруженными силами Армении на различных направлениях линии фронта с 27 сентября. Отмечается, что атаки привели к жертвам среди гражданского населения, военнослужащих, серьезному ущербу для гражданских поселений и контрнаступлением со стороны вооруженных сил Азербайджана для предотвращения военной агрессии и защиты мирных жителей в рамках права на самооборону и в полном соответствии с международным гуманитарным правом. В статьях подчеркивается, что этими шагами армянская сторона полностью сорвала переговорный процесс, и вся ответственность за сложившуюся ситуацию ложится на военно-политическое руководство этой страны.